В детских садах России, а в частности Каспийска, настала пора выпускных для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Сегодня в детском саду 31 «Улыбка» состоялся праздник для ребят из подготовительной группы «Б». И смех, и слезы, и цветы. Гостей сегодня ожидаем. Мы из детсадовской страны. Слезы от радости в наших глазах. Сегодня торжественный час. Сердце замрет, потом застучит. Волнуется каждый из нас. Стихотворение о жизни детского сада рассказали и виновники торжества – выпускники. Для них сегодня действительно волнительный день. Ведь следующей ступенью для них станет школа. 2 года было нам тогда. Порой так хотелось, что оробело иногда. А я совсем-совсем не помню, как в первый раз попал сюда. Тогда мы были вот такими, теперь мы носим хоть куда. В рамках мероприятия состоялся бал, дети пели песни и танцевали. Также для гостей праздника заведующей Елены Загорной, педагогического состава и родителей была подготовлена театральная постановка. По задумке персонаж Алиса Селезнева из далекого будущего узнала, что сегодня дети прощаются с детским садом и хочет к ним на праздник. Ее отец, гениальный ученый, изобрел прибор «Мелофон», с помощью которого она может перенестись к ребятам. Завершился выпускной танцами пап и дочек, табасаранским «Маленькие ковровщицы», а также поздравлениями.